Протестующие жители села Кангас периодически перекрывая движение транспорта на пешеходном переходе по улице Ленина в самом центре села, выразили свое недовольство тем, что мало внимания уделяется проблемам пенсионеров и людей с особыми потребностями. По 1000 лей, 6 месяцев подряд – это очень хорошая подмога для пенсионеров. Вот когда вот наши пенсионеры услышали, что этих денег не будет, бабушки, дедушки в обморок падали. Я вам серьезно говорю. Я не могу просить, я требую, образумьтесь, пожалуйста, повернитесь лицом к населению. Мне уже 78 лет, я хожу и собираю ветки, которые обрезают, потому что мне не хватает на что купить, чтобы топливо, дрова. Я сегодня пришел на эту акцию, чтобы поддержать наше население, потому что вижу, какая трудная ситуация у нас сегодня настала, когда бабушки и дедушки, и люди с особыми потребностями, для того, чтобы пойти купить себе кусок хлеба, они идут и смотрят последние копейки, которые есть у них в кармане. Несмотря на то, что пшеница сегодня намного дешевле, чем была раньше, хлеб у нас остается всю ту же большую цену. Даже люди самые элементарные не могут себе позволить. Мирные акции жители Кангаза хотят привлечь внимание представителей власти к своим проблемам. Организатором пикета является общественный деятель Иван Бесараб. Пусть они возьмут во внимание наши просьбы и придут сюда, иначе мы оставляем за собой право через 2 недели провести следующую акцию протеста. Мы еще больше людей соберем, пока они не обратят на нас внимания. Сегодня среди нас находится и председатель наших пенсионеров в Кангазе. Мы решили провести акцию. Иван Николаевич попросил, чтобы провели мирную акцию, чтобы походить по пешеходу и привлечь внимание. Жители Кангаза сказали, что намерены продолжить акции протеста. Светлана Димитрогла, Александр Глеков, Алексей Герчу, новости ГРТ.